Здравствуйте, здравствуйте. Нас в Клондайке посетила обнова. Это значит, что у нас опять появился новый остров и есть чем заняться. Остров Колибри. Ну что, отправляемся и поможем его обитателям вернуться домой. Давайте посмотрим по карте, где он находится, а потом полетим. Видите, вон тут совсем рядышком один день. Что, полетели. Нужна только лампа. Поэтому доступно всем фактически, у кого есть лампа, кто сделал лампу на маленьком уровне. Welcome! Так, ой, арбузы, остров арбузов. Во как, ну давайте посмотрим. Так, походу он двухэтажный, двухъярусный. Ну, зная их таланты, я понимаю, что возможен еще и переход куда-нибудь. Так. И тут у нас за расчистку дают, ну, 25% ни о чем. А что, 50 то же самое? А что это они ни о чем, ни о чем? 75 ни о чем плюс домик и 100% арбузик. Ну да, ладно. Что поделаешь, арбузик, значит арбузик. Так, ну я сначала надкусываю, чтобы уже понимать, куда стремиться. Так, а тут у нас больше крупного ничего нету. А арбузик это чего? Так, нам надо привезти сюда колибри к арбузикам. А это что? В общем, будем всех ко всем водить. А что, мы что-то делаем здесь? Нет, у нас просто склад. Фишка в том, что, обратите внимание, склад есть, задания дополниловки есть. А задания таких вот, как вот основные бывают, ну, в упор не вижу, как говорится. Их просто нет. Просто бери, чисть, получай подарки. О чем они выгрузились, кто знает? Окружай. Бери, чисть, получай подарки. Ну, типа такого. Ладно, будем чистить и получать подарки. У нас на это есть 6 дней. Да, кстати, подарки тоже так, не фонтан. Ну, понимаете, сейчас у нас есть, как говорится, скажем так, выбор. Или тут почистится, или кто не прошел еще вот эти наши дополнительные, как говорится, острова. Я лично не прошла, у меня то интернета не было, то света не было, то желания не было, то еще чего-то не было. Я на первом острове так и сижу. Не, ну я понимаю, что времени еще предостаточно. А будет как всегда, сначала ни о чем, а потом побежали, побежали, побежали и очень-очень по-быстрому. Ну, мы это проходили, поэтому особо не расстраиваюсь. Я знаю, что времени еще хватает, и пока мы чистим то, что чистим. Видите, сначала я ничего крупного не вижу. Но мы не забываем, что на таких вот островах это бывает, называется правильно, обман зрения. Пока оно в тумане, ты его не видишь. А потом такой туман рассеялся, а там ай-яй-яй, много больших камней. Ну, это не стопроцентная гарантия, но все-таки. Камень здесь немножко, как говорится, по 50 у нас кустиков. И по камень немножко было камушков по 60. Но у нас все впереди. Кстати, могу смело вас заверить. Ну, да, исходя из моего собственного опыта, я не говорю, что мое мнение самое правильное, но все же. Этот остров будет чиститься быстро на ура. Почему? Потому что как только мы начали с вами расчистку, мы только начали с вами расчистку. Мы с вами почистили уже 2%. Это очень было быстро и хорошо. Решила открыть пару по 60, чтобы поставить компаньону. Так хоп! И нарвалась уже на то, что у нас тут доступ появился к камням. Не, ну я само собой понимала, что без камней никак. Ну, просто их надо было сначала найти. Ставим все. Ну, ставим. Ну, интернет должен быть хороший. Что за ерунда? Что за шуточки? Так, мы пока по 60 я не буду чистить. Вообще, в принципе, могла бы, но я так подумала, что пока месь, вот я не буду чистить ни 60, ничего такого, а буду пока месь ставить компаньону. А там уже разберемся. Я вообще не знаю, зачем я спустилась. Я очень принципиально хотела посмотреть на угол верхний сверху. Потому что обычно в угол ложат что-нибудь вкусненькая, этакая, которая, ну, требует энергии.
ну, до угла никто не добрался, называется. Шла, увидела снизу камушек, все бросила и побежала. Бежала вслед камушкам. Потому что увидела за этим угольком еще уголек. Ну, решила, что пора так 70 ставить. Вот. Просто хочу, понимаете как, наставить компаньону, чтобы у него была возможность выбора. Чего бы мне хотел мне почистить, того бы он мне и почистил. Ну вот к этому выбору стремимся. Нет, здесь сейчас насобирается много камней 100 плюс, то я, естественно, 60-ки поубираем. Ну, пока их нету, стоят. Радует глаз, как говорится. Так, а мы тут идем дальше. Потому что, ну, как бы там ни было, никто не отменял, что я хочу увидеть угол. Верхний угол, покажись, называется. Решила до конца рассмотреть верхний угол. Вот видите, так. А тут у нас 165. На повторе, оказывается. В общем, я подумала, и мы решили. Этот остров у меня единственный, в принципе, где мне может помогать компаньон. Я, конечно, вот такое все поднимаю. И буду ставить сначала то, что, ну, выгоднее. А это начну просто надкусывать. Но потом подожду там до определенного периода. Если компаньон поможет, спасибо. Если нет, то я поделаю все это по 93. Ну и в один прекрасный момент начну просто убирать сама. Ну, пока мы видите, в принципе, ничего прям такого ужасного. 95, там, 50, 60. Ну, есть, конечно, что 65 чуть-чуть, но в основном-то все очень неплохо. Ну, в том плане, что легко чистится. Да, ну, какой остров, такие и подарки. Подарки, скажем, тоже и фонтан, по большому счету, хочу теперь этот угол. У нас разведка на все углы. Ага. Так, животных, кстати, можно переносить. Я не знаю, надо при этом их кормить или нет. Я даже не смотрела. Так вот, смотрите. Раз. И... два. А, они еще, видите, разные животные под разные территории. Оно показывает, куда можно поставить. Вот тут, допустим, я, по идее, закончила. А на этом у меня закончились животные, да? Ну, остальные пока не нашла. Так, и для этого что еще надо? 10 энергии. Нате вам 10 энергии. И считается, что 1/3 задания я выполнила. Ладно. Выполнила, значит, выполнила. Тут, кстати, мне придется убрать все равно, потому что я пройти не смогу в эту сторону, если я не уберу. Так, ну, теперь прошла. Пока там шла вперед, нашла еще одно животное. Да, отсюда. Ага, отсюда вообще никого не нашла еще. Ну, ладно. Ну, найдется. Никуда не... Видите, тут по 95-95, их по-любому надо надкусывать, чтобы куда-то пройти. Тут пальмочки уже даже начинаются. Ну, как. Не просто так, скажем. Так, надо что-то вывести, что-то привести и что-то сделать. Так, 45 я уберу. Ну что, съездила домой, выгрузила все, что насобирала. И привезла еще энергии. Теперь займемся делом. Во-первых, соберем. Он не нравится мне, когда оно вот так вот, остров закиданный. Так, во-вторых, подоткусываем все, что можем. Мелкое сначала. Так, надо было 97, а я тут, понимаете ли... Ой, я вообще что-то увлеклась. Болтаю и в то же время кусаю непонятно что. Так, ладно. 7. Тут по 2. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, раз, два. Че, все, да? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Ничего больше не пропустила, не? Вроде как. И на этой веселой ноте все же надо немножко кусануть здесь.
кукса. Ну, потом поставлю, тоже у меня есть проблемы. Так, я давайте отменю все это безобразие. Так. О, компаньон появился. Вот так вот. Так всегда на самом интересном месте. Ладно, убирай компаньон. Раз пришел, убирай. Так, что тебе еще дать, компаньон? Вот так, раз, два. Не стесняйся. О, раз, два. Все. Ты камушек я уберу. Ну, жалко, что энергия пропадала. Так, а что у меня тут? А, это я уже насобирала. Это я... Ай, 49. Это я запасливая, скажем так. Так, 70. 45. Только я хотела убрать помощь, да? Прикольно. Ладно. И сейчас, знаете, что? Уберу тут один камушек, и я пройду дальше. А когда я пройду дальше, я смогу, может быть, что-то поставить ненадкусанное. Ну, потому что как-то, знаете, ставить покусанное уже неинтересно. Три. Поехали. Ага, обман зрения. Ничего. А чего я не привезла яблоки? Почему я такая жадная? Ой, жадная, передать не могу. Плюс 40 привезла, самое интересное. Причем много. А яблоки пожадничала. Оставила на тот остров, где у нас, скажите, я вам скажу, этот. Не надо ехать никуда, с домашнего можно чистить. Нет, там еще. Чистить не хочу, называется. Так, 20%. Я бегу в угол, да, для компаньона поставить чего-нибудь. А для этого надо бежать в угол. Вот, я уже, кстати, плюс 100 нашла. На самом деле. Так что даже не добежала. Начинаем ставить помощь. Так. О, да тут у нас Клондайк. Выбирай, не хочу. Вот еще сейчас 110, 110, ой, по 100 вернее, 3. 3 по 100. И пончик. Шучу. Так. Да, тут преграда получается, пока эти 3 по 100 не пройдешь. Дальше типа не пускают. Так, тогда я отменю пока вот это. Ну, потому что мне приоритете то, что я не обрезала, как говорится. Не надкусывала. А надкусанное будем потом. Когда это закончится. Кстати, этот надо один убрать. Ну, просто для того, чтобы, скажи, я вам скажу, добраться до следующего. Так вот, добираемся. Вот там в туманчике стоит. А нам туманчики, ну, ни к чему. Все должно быть доступно и видно. Как-то так. Поехали. Вот, и этот камень смело, уголь, можно ставить компаньону. Мы не жадничаем. Мы тщательно выбираем, что ставить. Тщательно, причательно. Так. 50. А что я уже набрала полный... Ладно, я сейчас выгружусь. Наберем еще, потом куда-нибудь вывезем. О, компаньон, привет. Вот ему 3 по 100 понравилось. Оно же звучит как? 3 по 100, и сразу можно убрать. Вот, а тут таки сюрприз. 165. Кстати, сейчас еще будет 95, который я надкусывать не буду. А поставлю своему компаньону. А, то 75. Ну ладно. Обман зрения. 75 я, наверное, уберу, потому что за ним может быть что-то поярче.
40, 75, 75, а потом еще 75. Ну, дальше там ярче, не ярче будет видно. Так, о, да, оно. Правильную дорогу мы с вами выбрали. Идем как раз к цели, там еще 165, вот. Тридцать пять и 40, 75. Где можно было бы оставить? Но оно как-то так, знаете, честно скажу, ну, на проходе. Вот, видите, эти 95, я вот, честно, их трогать не буду. Все лучшее для компаньона. Так, а мы с вами... Кстати, да, обнова вот зашла легко, прям идет, прям не идет, а летит. Причем самостоятельно. Я только там хоп-хоп нажала-нажала, и оно уже все там сделалось. Очень легко, очень быстро и не напряг. Начинаем находить их сюрпризы. Видите, тут есть большие камушки. Ну, просто до этого места надо было дойти. Мне повезло, что сейчас я в игре и компаньон в игре. Когда играешь в 4 руки, игра намного идет быстрее и интереснее. Ты уже понимаешь, что там то надо, то не надо, то тебе помогут. Можно не переживать. И все банально, просто и хорошо. Так, ставлю компаньону, ему будет чем заняться. Кстати, расчищено 25%, и первый такой подарок ни о чем уже получен, скажем так. Я не ставлю для себя цель остров выбить сегодня, потому что если сегодня, то я опять не смогу компаньону ничего давать на помощь. А так, допустим, завтра у нас пятница, ну, допустим, еще пятницу, субботу, я считаю, что я должна выбить все мелочь, а более или менее крупная, 95+, все оставить компаньону, и он постепенно будет выбивать все, что там, допустим, он не успеет, если у него нету времени, потом на выходных, типа, можно добить самостоятельно. Ну, просто зачем, обидно, если будет просто помощь сгорать. А так, допустим, и мне хорошо, экономика должна быть экономной, ну и есть чем заняться компаньону. Так, вообще это видео, знаете, в принципе, можно было бы так сильно и не затягивать, но хочу просто показать вам еще дальний угол, что типа там. Ну, как-то привыкла, что по углам нам раскладывают какие-нибудь там подарочки. Ну, хочется увидеть все. Хочу все знать, называется. Видите, я даже 60-ки в основном стараюсь не трогать. Я не знаю, почему это не распространяется у меня на деревья под плюс 70. Хотя знаю, почему, честно скажу. Они массивные и закрывают пейзаж. Да, можно подсматривать. Ну, вот мне вот не нравится, когда вот такое вот стоит и закрывает пейзаж. Ну, теперь я могу смело сказать, в острове нет ничего такого ужасного. Остров хорошо идет, легко идет. Видите, я уже дошла до угла. Да, 95, да, попадается немножко 165, немножко уголька. Ну, нам же все это надо для того, чтобы у нас все это было. А видео на этом заканчиваем. Всем удачной игры. Покажу потом обязательно приз за 100%. Пока-пока.